Занавес, поклон, аплодисменты. А что было дальше? Смерть Ромео и Джульетты долгие годы не давала покоя сценаристу и драматургу Григорию Горину. И однажды он нашел ответ на волнующий его вопрос. Нет, обоюдное горе не примирило два враждующих семейства, уверен автор пьесы «Чумана. Оба ваши дома», спектакль, по которой совсем недавно появился в репертуаре драматического театра белорусской армии. Сделав виток, история повторяется, только на этот раз в жертву человеческому тщеславию приносятся Антонио и Розалина. Театр, который уже много лет радует зрителя великолепной постановкой шекспировской трагедии, еще раз обратился к истории семейств Монтекки и Капулетти. Действительно, «Ромео и Джульетта» – наш родной спектакль, который был первый поставлен, пользуется огромной популярностью, у нас всегда аншлаги до сих пор. И зрителю всегда интересно, а что было потом? Армейские спектакли пересекаются лишь на уровне сюжетов. Фантазия Горина вернула зрителя на улицы Вероны и заставила взглянуть на мировой сюжет глазами человека, повзрослевшего на несколько столетий. Фантазия режиссера-постановщика Вячеслава Павлютя провела параллель со спортивным соперничеством. Спорт, он тоже всякий бывает. Это вот этот спорт, который у нас очень кровавый, он до смерти доводит. Ну, опять, современным зрителям надо, на мой взгляд, говорить современным языком. Спектакль «Чумана. Оба ваши дома» получился достаточно густонаселенным. Чтобы не потерять в красоте пластических и фехтовальных сцен, режиссер рискнул задействовать своих студентов-первокурсников из Академии искусств. Так что дух молодости наполняет постановку даже на уровне актерского состава. Григорию Горину удалось написать не просто талантливую пьесу, считает режиссер. Со свойственной ему мудростью он углубил драматизм истории. Спектакль с открытым финалом решен в жанре трагикомедии. Человеку, который уже не первое тысячелетие борется с пороками, ничего не остается, как горько улыбаться собственной глупости и слабости. Музыка Беллини, Гуно, Чайковского и Прокофьева, навеянные шекспировской трагедией, подсказали решение пьесы драматургу. Постановщики добавили пластику, а артисты – живые эмоции. Результат будет оценивать зритель.